Вот стрелка. Зоопарк и стрелочка. А вот, надо там заходить. Все, вон уже видно кого-то. Я не вижу. Видно, сюда зайди. Домики. Вот, слышишь, что это там где? Там корт. А, это, наверное, детская площадочка. Так, а это у нас Пьеро с Мальвиной. Вон, смотрите, леопард, да? Два леопарда, смотрите. Сразу съедят, руки сунешь и все. Смотрите, она, им как жарко. Они даже к жаре. Ну, в принципе, да, это же их, можно сказать, среда обитания, где жарко. Они сытые, ничего не хотят. Видите, она не менее хищная, не менее маленькая. Нет, это лев. Это лев. Это лев. Это просто маленькая. Опа, такая. Что-то, говорит, я грязновато перед вами. Сейчас помоюсь. Знаете, что? Ага, вообще. Чеку сразу заходил. Огромный, да. Надеюсь, там нету двери, которая открыта. Смотрите, смотрите, она такая переворачивается. Это львица. А тут двойные решетки. Это маленькая еще львица. Ну да, я тоже думаю, что это молодая. Да, это еще молодая. Ай, как мне жарко. Почеши мне пузико, почеши. Почеши пузико. И закрылась такая лапа. Я стесняюсь. У меня там бассейн. Бассейн ничего нету. Есть палочка, сейчас мы это, пятки почешем. В бассейне есть немножко вода. Ну да, животными прям пахнет. Что, пойдемте дальше? Давайте не будем смотреть. Вот, смотрите. Ага. Ох ты, он прыгнул. И мы все испугались. Подумали, где туалет, куда бежать. Ох ты. Они вон почему-то еще в отдельный. А, нет, они могут вылезти. Им вон бегать, похоже, надо, да? Родина Африка, Азия, Индия, Кличика, Герода и Дрион. Хищники. Очень-очень острое зрение у него. Развивает скорость до 100 км в час. Съедает в день 5 кг мяса. У него, получается, как пещера туда есть. Да, 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 да. Можно, да, полежать и по лестницам побегать, и вообще побегать можно. А если он допрыгнет вот так? Ну, не допрыгнет. А там специально, видишь, сделано. Если что, они вообще могут ударить. А они все рассчитывают. Хотя, по сути, тут по этим лайн лапой, чик и сюда. Ну да. Наверное, они не соображают. Они хоть сюда вышли, да. И белый, и вот он, дошли мы до этой кошечки. Есть. Здоровой. Тут две клетки. Да, тут везде он. Вон. Я бы тоже с ним вместе. Я думаю, мы бы ушли втроем отсюда тогда. О, какой огромный. Все, говорит, я душ принял. Можно
Если он сейчас стрепенется, мы все мокрые будем. Да, кстати. Как кошка, опа. Если вот так вот делаешь. Пойдемте, да. Ну, вот сколько места. Да, большая территория у него. Три клетки, считай. Ну, кто не хочет в туалет? Вау! Нет, ты знаешь, рядом с ним проходить. О, второй. Бенгальский. О, смотрите! Да. Другой тигр! Еще? Да. Ух ты, их тут двое. Их тут двое лежит. Да один вообще он загорает. Вот этот большой. А этот курей услышал, смотри, как он на курей. На нас не реагирует, а на курей реагирует. Они начали кудахтать. И он начал суету наводить такой. Я не безразличен к куриному мясу, да? Ой, классно, много зонтиков. Ну да. Кстати. Ну кстати, что? Вот этот больше, чем тот. Ну да. А это тоже похоже индийский какой-то. Пойдем. Рысь? Три. Где? Джина, Джонни, Маша. Написано три. Так, рысь. Отлично лазает по деревьям. И скалам. Они там спрятали? А, вот она лежит. Здесь маленький. Там не рысь, он гибен. Смотрите, у рыси кисточки на руках. Это сервал. Мама, здесь сервал. Ну дай посмотреть на рысю сначала. На рысю? На рысю. А где третий? Мама, вид сервал. Мам, сервал. Угу. Семейство кошачье. Те двое, так понимаю, там спрятались, а это вот здесь лежит. Загорает. Так, а это что такое у нас? Это сервал. Сервал? Даже ни разу не слышал такое. Сервал. Ух ты, уши какие у него. Мам. Папа, смотри, там маленький. Маленький там есть? Ну-ка, покажи. Ну, я бы не сказал, что он прям малыш. Мне интересно, как он клетки убирает. А, наверное, вот в эти между клетками загоняют. И заходят. Малыш такой. Не совсем малыш, конечно. О, смотрите, они дерутся. Они едят и грызунов, зайцев, мелких антилоп и птиц. Сэм и Сара? Сэм, вон, смотрите, наверх. Такой ух ты. Король, знаешь. Вот еще один, смотрите. Коты. Что, может, за место кролика заведем себе сервалу какую-нибудь? Чтобы он нас покусывал. Смотрите, сколько зонтиков. Ух ты, смотрите, аллея зонтиков. Так, тут что-то больше никого не вижу, кроме него одного. Ну-ка сейчас посмотрим. Пап, это каракал. Где? Вот, вот каракал. Да? Ну-ка. Каракал. Каракал. Это настоящая кошка, только с ушами. Что хочешь? Что-то тут очень, не очень хорошо видно. Голубым по игроку. Угу. Тут что-то везде семейство кошачьих. Ну да. Лев.
Да будет, я думаю, там еще вон клеток целая куча. И у них у всех вентиляторы стоят. И там вентилятор. А еще там хорошо, они под вентилятор. Так, правда, вон вентилятор дует на них. Так, что там? Еноты. Еноты? Вот они. Ага. Ой, еще тут веселый. Дверь открыли, да. Чистить себе. Ну, их три получается, там еще третий, да? Да, вроде. Вычищает. Так, идем дальше. Так, енот. Полоскун. Родина Северная Америка. Канада. Кличка Амурчик. И Фанни. Кролики? Большие, маленькие. Рыжие, белые, серые, черные. Классно. А это мы потом посмотрим. Так, кроликов посмотрели. Пойдемте дальше. Так, это какие? Просто кролики какие-то. Дикого кролика, понятно. Ну давайте. А это что у нас? Сервал снова, да, получается? Он же был у нас уже. А, тут его нету, получается. А, вон, в углу. Лежит. Ага, вон. Давайте этих сначала посмотрим. А очень плохо видно его. Ну да, вдруг мы заметим. Да. Плохо видно. Так, это у нас кто? Красивый такой, какая-то прическа. Венценосный журавль Лордвик. Смотри, как он напыжился. Ох, еж такой. Привет. Посмотри, какие прикольные у него эти волосишки. Ага. Привет. Ну, вот такого тут еще. Ну, похоло. Классный. Место обитания в Африке, по берегам рек и озер. Держится стаями. В отличие от других журавлей отдыхает или даже ночует на деревьях. Венценосный журавль. Ну классно, да? Интересно. Ой, кролик вот он подошел, нюхает нас. Что пришли, говорит. Что принесли? Нет. Нам нельзя вас кормить. Чего они? Ой, ты хочется что-нибудь дать. Что, нам нужен же кролик? Забираем. Черный к нам рвется, ну. Давайте черного. Давайте этого. То есть ты готова черного? Он говорит, хочу черного. Он говорит, я к вам не хочу. Говорит, вы меня замучаете. Так, ух ты, тут сколько их. Кроликов. Жарко им здесь всем.